Всем привет, с вами Санька Лайм. И в этом видео хочу вам показать и рассказать несколько советов и как выйти из толпы летом. Если вам это интересно, то тогда поехали на велике. Первое. Это в первый день после каникул сразу же покрасить ярким лаком ногти. Вы однозначно выделитесь из толпы, потому что многие люди этого в первый день не сделают. Они это сделают где-то на 10-й день. Лето? Второй совет – это есть, конечно же, фрукты. Если ты их будешь есть, они же такие свежие и сочные. Во-первых, они очень полезны. Во-вторых, ты по полной погрузишься в лето. И ты даже не будешь думать о том, что ты находишься зимой. Будет ясно, что ты в лете. Началось лето, это мы все знаем. Но самая главная фишка – это не стесняться. Это не школа, это не приют, там, где только говорят носить одну одежду каждый день. Носи разнообразие, какое захочешь. Если ты хочешь покрасить кончики в какой-то цвет, без проблем, крась. Если ты хочешь покрасить ногти в яркий цвет, без проблем, крась. Если ты хочешь носить топы, хочешь шорты, хочешь носить сережки, носи, хочешь быть тамблером, будь тамблером. Это твоя жизнь. Делай, как захочешь. Пока-пока. Если тебе понравилось это видео, поставь огромный пальчик вверх, подпишись на мой канал. Спасибо вам большое за просмотр. Пока. Подпишись. Не ленись.